Заседание Совета директоров Банка России 13 сентября ожидаемо повысили ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых. Неожиданным стало сопровождающее это решение заявление, в котором прямо говорится о том, что уже на следующем заседании ставка может снова вырасти. О том, почему негативные побочные эффекты повышения сильно превышают ожидаемый положительный эффект, сегодня и поговорим. Здравствуйте, с вами Максим Блант. Сегодня пятница, 13 сентября. День, которого с трепетом ждали чиновники Российского министерства экономического развития, финансовые директора российских промышленных и торговых компаний и оказывающих услуги предприятий, наконец, продвинутые граждане, набравшие кредитов больше, чем могли себе позволить, и теперь вынужденные эти кредиты рефинансировать, залезая все глубже в долги. Но обо всем по порядку. Сначала, как обычно, коротко о том, что происходило с понедельника по четверг. В понедельник глава Министерства энергетики Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме пожаловался на гипнофинансирование модернизации советских электростанций, из-за которых энергетическая система Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без нужного резерва генерирующих мощностей. На прошлой неделе мы уже рассказали о грандиозных планах развития Дальнего Востока, которым поражал приехавший на остров русский Владимир Путин. Все это звучало еще тогда сомнительно из-за банальной нехватки исполнителей. Некому на бескрайних просторах Восточной Сибири и Дальнего Востока строить новые предприятия, потом на них работать и рожать детей. И вот министр энергетики привел еще один аргумент в пользу того, что наполеоновские планы Путина не стоят бумаги, на которой они написаны. Для их реализации, в том числе из-за войны в России, нет достаточного количества людей, строительной техники, оборудования. Теперь вот выясняется, что нет еще и электроэнергии. В ночь с понедельника на вторник состоялся очередной налет украинских беспилотников, в котором было задействовано более 140 украинских летательных аппаратов. 20 из них, по информации Министерства обороны, долетели до Москвы и Московской области. На аэродроме в Жуковском возник пожар. В Раменском удар пришелся на две многоэтажки. С начала сентября это уже второй крупный налет. Война на собственной территории – дело недешевое. Издержки и риски растут кратно, отдача становится все меньше. Каждый результативный удар заставляет тратить все больше денег на ликвидацию последствий и сокращает производственные возможности, особенно если это удар по инфраструктуре. Так что неожиданно для многих россиян, не исключая и Путина, война вошла совсем в другую неприятную для страны и ее экономики фазу. В среду мы рассказывали про хомяков и децентрализацию финансовой системы. Минимум четверть миллиарда пользователей Telegram по всему миру ждут 26 сентября, когда будут объявлены условия раздачи токенов игры Hamster Combat, и сами токены начнут торговаться на криптобиржах. Десятки, если не сотни миллионов играют в мини-игры, число которых давно перевалило за сотню, в надежде получить бесплатные монеты и на этом заработать. Многие искренне верят в то, что они меняют мир. Инфраструктура для децентрализованной цифровой экономики готова. Потенциальных участников достаточно для любой мировой революции. Дело за малым – выйти за рамки кликеров и майнеров. Для этого есть все условия, но отвлечься от создания бесконечных монеток, которые могут выстрелить, непросто. В четверг Министерство экономики обнародовало консервативный сценарий развития российской экономики до 2027 года, в котором, среди прочего, предупреждает о риске переохлаждения из-за слишком высоких ставок. Видимо, так случайно совпало, но прогноз появился на свет аккурат перед заседанием Совета директоров Банка России, где ключевую ставку подняли до 19%. В профильном экономическом ведомстве боятся замедления мировой экономики, усиления санкционного давления, а также сокращения численности занятых в экономике. Итак, Министерство экономики предрекает, к концу 2025 года рост ВВП сократится, инфляция и вовсе упадет до 4%, которые являются целевыми для Банка России. Регулятору придется резко снижать ставку, начнется новый кредитный бум, на который наложится отложенный спрос. И в 2026-2027 годах цены снова подскочат, и ЦБ придется опять повышать ставки. А теперь, собственно, к главному. Ключевая ставка после сегодняшнего заседания Совета директоров Банка России выросла с 18 до 19% годовых. Тут, собственно, никаких неожиданностей. Рыночные аналитики ждали, что ставку повысит, вопрос был лишь в том, насколько. И все же говорить о том, что обошлось совсем уж без неожиданностей, не приходится. Большинство сходилось во мнении, что это будет последнее повышение, после которого регулятор хотя бы возьмет паузу, чтобы как минимум оценить последствия последней серии ужесточения денежно-кредитной политики.
Действия Центробанка уже вызывают глухое недовольство и в ведомствах экономического блока, прямо ответственных за экономический рост, и в некоторых крупных российских компаниях. Постепенно набирает силу точка зрения о том, что с инфляцией, дескать, надо бороться, не давя платежеспособный спрос, а наращивая производство товаров и услуг, которые этот спрос удовлетворяют. А для этого надо не снижать доступность кредитов, ну, по крайней мере, для бизнеса, а наоборот, повышать. Кто-то постарался донести эту незамысловатую идею до Владимира Путина, и он на одном из последних совещаний с руководством финансово-экономического блока выступил с поручением лучше координировать работу правительства и Центрального банка, чтобы инфляцию побеждать именно этим способом. Но глава Банка России Эльвира Набиуллина сумела поставить себя на твердую ногу и за 10 лет филигранной работы фактически получила карт-бланш и право не прислушиваться к чужим не очень умным советам и пожеланиям, от кого бы они ни исходили. Так что в заявлении Совета директоров говорится без обиняков, цитирую: «Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». Конец цитаты. Что же до расширения производства товаров и услуг, то есть серьезные ограничения. Еще одна короткая цитата. «Рынок труда остается жестким. Безработица вновь обновила исторический минимум. Сохраняется значительный дефицит трудовых ресурсов, особенно в отраслях обрабатывающей промышленности». Конец цитаты. Проще говоря, экономика уперлась в потолок естественных ограничений. И эти ограничения связаны не только с демографической катастрофой. Для того, чтобы открыть новое производство и наращивать выпуск на существующих, необходимо оборудование, сырье, материалы, электроэнергия и энергетическая инфраструктура, транспортная инфраструктура и так далее. Все это сейчас работает на пределе, и по мановению волшебной палочки из воздуха не появляется. А тут еще война, которая даже при резком замедлении экономики продолжает разгонять цены. В Банке России прекрасно отдают себе отчет в том, как высокие ставки влияют на гражданский сектор экономики. И отмечают это замедление. Вот только за рост отвечают в другом ведомстве. А в ЦБ главный приоритет – инфляция. И похоже, что бороться с ней регулятор продолжит до тех пор, пока рост не сменится депрессией. И еще немножко после, поскольку в условиях войны депрессия вовсе не означает, что цены перестают расти быстрее, чем им положено. На этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.